Это такая многофункциональная программа. И первый вариант выполнения первой части этой программы делается в режиме только вдох-класса. Вдох, выпрямляем подсогнутые ноги перед собой, выпрямляем перед собой. Выдох, живот прижат, нижние ребра цепляются за бедра. Здесь вдох. Выдох, подтянули колени к грудной клетке, расправили плечи, лопатки. Здесь вдох. Выдох, согнутыми коленями ложимся на спину, подхватываем себя за голень. Вдох. Подхватываем себя за бедра, вдавливаем ложки в пол, приподнимаем голову с прогибом, плечи, лопатки назад уходят. Вдох. Выдох, скругляем спину. Выпрямляем ноги. Ложимся на спину. Вдох. Руки потянулись вверх. Выдох. Потянули в руки в небо. Поясницу вдавливаем в пол. Стопы на себя. Вдох. Выдох. Садимся. Вдох. Ноги широко. Выдох. Руки сзади с прогибом. Стопы на себя. Вдох, раскрыли плечи, солнечное сплетение вперед, подбородок прижат. Выдох, собираем ноги перед собой, стопы на себя. Вдох, подхватили себя за колени. Выдох, скругляем спину, макушкой тянемся к коленям, плечи, лопатки в сторону. Здесь вдох. Выдох, выпрямляемся, подтягиваем к себе стопы. Разворачиваем подошву стоп. Вдох. Выдох, сзади опора и снова прогиб, снова солнечное сплетение вперед и вверх. Вдох, отпускаем голову назад. Выдох, солнечное сплетение еще больше вперед, колени еще ближе к полу. В этом положении вдох. Выдох, отпустили все. И вторая программа также на вдох-выдох. Вдох, выпрямляем левую ногу, пятка к промежности. Выдох, отводим правое колено в сторону, разворачиваемся к левой ноге. Вдох, потянулись до стопы. Выдох с прогибом. Здесь вдох. Выдох, подтягиваем правое колено вверх, расправляем. Вдох, подтягиваем колено к грудной клетке. Выдох, ставим с внешней стороны правую стопу. Вдох, уводим правую руку назад. Выдох, смотрим через правое плечо назад. Здесь вдох. Выдох, центральное положение. Вдох, снова ставим правую стопу к пятке промежности. Выдох, сзади отталкиваемся, переносим вес тела на правую ногу. Вдох, дотянулись до левой стопы. Выдох, приподняли ногу. Вдох. Выдох, поднимаемся. Вводим левую ногу назад. Вдох, правая рука перед правой ногой. Выдох, разворачиваемся в Ардха Чандрасане, разворачиваем таз, грудную клетку, взгляд в пол. Вдох, потянулась правая рука вперед, плечо легло на затылок. Выдох, еще больше развернули таз, грудную клетку. Здесь вдох. Выдох, обе руки на полу, подсогнули опорную ногу, заворачиваем таз, руки на коленях. Вдох, потянулись макушкой вперед. Выдох, выпрямили опорную ногу, потянулись руками вперед. Вверх квадрация, не вдох. Выдох, снова дотянулись руками до пола, можно согнуть колени. Расслабляем лицо, шею, макушка пошла вниз, вдох. И выдох, выпрямляем опорную ногу, выпрямляем вверх и уходим макушкой вниз. Вдох. И выдох, нога к ноге. Остаемся в этом же положении. В уттанасане вытягиваемся вниз. Можно согнуты колени. Вдох. Выдох. Расслабили шею, живот ближе к бедрам. В этом положении вдох. Выдох. Садимся. Вдох. Правая нога прямая. Выдох. Левая нога согнута. Вдох. Уводим левую колено в сторону.
Выдох, разворачиваемся к правой ноге. С прямой спиной, даже с прогибом. Вдох. Выдох, подтягиваем левое колено к грудной клетке. Вдох, прямая спина. Выдох, ставим с внешней стороны.